Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Минстрой разработал правила выплаты компенсации обманутым дольщикам. С момента банкротства компании-застройщика в работу с пострадавшими включится фонд защиты прав участников долевого строительства. Говорится в документе, опубликованном на федеральном портале правовой информации. Возмещать материальный ущерб покупателям недвижимости будут банки-агенты, выбранные на конкурсной основе. Дольщики смогут самостоятельно выбрать один из двух вариантов – завершение строительства либо получение компенсации. Фонд проинформирует пострадавших о размере, времени и дате возможной выплаты. В документе также уточняется, что застройщик, взявший на себя обязательства по завершению проблемного объекта, обязан регулярно предоставлять отчеты о проделанной работе. Победитель конкурсного отбора сможет получить финансирование только после вступления в законную силу определения арбитражного суда о передаче обязательств застройщика. Напомню, закон об учреждении компенсационного фонда для участников долевого строительства был подписан в июле. В течение ближайшего года каждый застройщик, работающий в России, обязан начислять в этот фонд чуть более процента от денег, вырученных с продажи жилья по договорам долевого участия. Дайджест недвижимости. Строители приступили к отделке дома для детей-сирот в Коминтерне. Здание на Павла Корчагина 60Б практически возведено. Закреплены кровля и фасад, сообщает сайт администрации города. Подрядчик компании «Киров Спецмонтаж» приступил к прокладке наружных и внутренних коммуникаций. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Работы планируется завершить в октябре. На придомовой территории оборудуют стоянку для автомобилей и детскую площадку. Всего в 14-этажном панельном доме 117 квартир. Все они будут передаваться будущим жильцам в чистовой отделке. Напомню, строительство дома для детей-сирот в Коминтерне началось в мае. По условиям контракта работы должны завершиться 25 декабря этого года. Дайджест недвижимости. Ремонт дворов по программе формирования комфортной городской среды обещают завершить к концу сентября. На этой неделе должны быть определены подрядчики на оставшиеся 9 из 62 дворовых территорий, участвующих в проекте, говорится на сайте мэрии. В октябре отремонтированные дворы будут принимать специальные комиссии, а затем у подрядчиков останется время до ноября на устранение возможных недочетов. Всего на конкурс по программе формирования комфортной городской среды поступило 150 заявок. На ремонтные работы выделено 113 миллионов рублей, напоминает администрация города. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.